Андрея Филиппова в Мордовии знают как экоактивиста. На этот раз в Доме Республики он защищал интересы жителей села Вырыпаево Рамадановского района. Люди уже 10 лет выпрашивают у чиновников дорогу до села. Старая-то давно развалилась. Это автомобильная дорога, по которой я пришел в Вырыпаево, Красному узлу Рамаданова. Она должна была соединить Ульяновское направление и Нижегородское. Но в связи с тем, видимо, что не хватило средств, там еще мост надо реконструировать, я так понимаю. И, в общем, в 2019 году еще проект был сметной документации, и все встало. Положить 4,5 километра асфальта чиновники обещали много раз, но слово своего так и не сдержали. Дело встало, а дорога утонула в грязи. Каждый год грунтовку размывает. От отремонтированного поворота на Александровский лужок и дальше до Вырыпаева в распутицу в прямом смысле слова «не пройти, не проехать». Люди на машинах набивают новые колеи по полю, пенсионеры вообще живут, как в западне. До аптек, больницы даже, до кареты скорой помощи попробуй доберись. Были случаи, что людей на санках везут, на санках хотя бы вот до центра, чтобы там погрузить его в скорую помощь. 10 лет от чиновников были одни обещания, и вот у жителей снова появилась надежда. Во время беседы с Андреем Филипповым глава Мордовии дал понять, что дорогу все-таки будут строить. Коллеги, я знаю, что к снаряду уже подход пытались сделать, да, в конце 20-го, я как раз приехал, положительное заключение там было, да, получено. Но сейчас по ценам цены же изменились, поэтому необходимо провести корректировку проектно-сметной документации и в ближайшее время, значит, приступить к работам. Так что Вырыпаевская грунтовка теперь не просто дорога, это проект, который чиновники планируют реализовать в следующем году. Проще говоря, снова обещают построить. Только на этот раз у жителей Рамадановского села надежды чуть больше. Людмила Кусерова, «Наши новости».